Третий заключительный этап благоустройства парка «Малаховское озеро» подходит к завершению. Здесь установили детские игровые площадки и обустроили спортивные зоны. На пляже натянули волейбольную сетку, поставили шезлонги. Выполнение работ контролирует администрация и жители. Подробности в нашем сюжете. На очередной встрече представители общественного совета парков, рабочей группы и администрации округа обсудили ход выполненных работ и подняли важный для многих жителей вопрос очистки озера. С дна водоема в следующем году планируют удалить более 140 кубов ила. Все ваши пожелания о том, что просто чистить Малаховское озеро без македонки сверху по течению, которая уходит в Раменский округ, фактически бессмысленно. Поэтому в этот проект, который сейчас на корректировке, внесен 513 метров протяженности реки Македонки. Когда проект будет готов, с ним ознакомят общественный совет парков. На сегодняшний день на Малаховском озере обустроена тропиночная сеть и велодорожки, благоустроены две пляжные зоны. На одной из них предусмотрена зона для игры в волейбол. Вокруг озера установлено более 100 лавочек. Вообще нравится это из-за того, что сейчас машины сюда не заезжают. Очень изменился, мне кажется, даже народ другой приходит сюда гулять. Детские площадки должны быть, конечно, почище чуть-чуть. В оживленных местах установят более 40 камер видеонаблюдения. В следующем году приступят к строительству моста через Македонку. Рассмотрели вопросы организации парковочных мест для отдыхающих и установку раздевалок в пляжных зонах. В сравнении с другими городами, и Москвой, и другими региональными городами, тем более, уровень высочайший. Да, есть нюанс, электричество в течение недели должно работать. Ну, 10-го сделайте хорошо, сделайте 8-го, скажем спасибо. По всем остальным работам, по видам, на следующий год, вот то, что мы проговорили, ну, будем вносить в план, но финансирование всегда на это должно быть. Мы всегда либо используем областное, либо федеральное, как только программа какая будет открыта, все это внесем. В ходе осмотра территории парка выявили ряд недочетов по его содержанию. В кратчайшие сроки замечания будут устранены. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.